Конкурирующий с ТНТ российский телеканал пытался выкупить Ольгу Бузову за большие гонорары. Об этом самая ведущая рассказала в шоу Лисаны Утяшевой «Дерзкая готовка». По словам Бузовой, ей предлагали миллионные суммы, однако ведущая ответила отказом. Она объяснила свое решение тем, что ей нравится команда ТНТ, поэтому деньги не являются приоритетом. При этом Бузова не уточнила, о каком канале идет речь и когда ей поступало соответствующее предложение.